have it all, but we can break the fall. This time I'm letting go, cause I can't take it anymore. Jesus Christ! Don't you ever fucking knock! Good work, Sanchez. Yeah. What is he? Is he a cop? Is he a PI or something? Well, fuck me gently. What the fuck? That ain't no fucking private eye. That's a fucking ghost. That's a myth. That's a fucking hitman. Hitman? Oh, shit. What the fuck are you talking about? This fucking changes everything. This changes everything. What the fuck are we gonna do with him? Knock, 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 housekeeping. Shh. Hello. What are you doing? Shh. Buenos dias, Peter. Hello. Yeah, we got us a little mess in here. Why don't you come on in and clean it up? For you. Yeah, that'd be good. Clean now? Sure, come on in, darling. Atta girl. Oh my God, these... Dad, you don't! Oh God! You fucking animal! And that's what I call a sweet slice. You know, nothing would give me more pleasure than to kill you right here and now. Me kill a legendary hitman? Yeah, but, I don't need that kind of attention. So, oh dear. Oh dear. You've done a bad, bad thing. Well, now they won't be looking for a killer, will they, huh? Killer. Yee-haw! I'll tell you, I don't ordinarily yee-haw. But this is a fucking yee-haw! Fucking Christmas! Here, take a slash. Nah. On second thought. Tinkle, tinkle, little jar. Wait, could you please not do that? This is a bad plan. Darling, you better put a giddy up in your step. Adios. Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Hitman Absolution в своем костюме. И у нас миссия номер 4 под названием «Спасайся бегством». Миссия, в общем-то, проходится максимальный рейтинг здесь от профессионал, даже не тень. И, в общем-то, давайте-ка мы сейчас выбираться из этого отеля. Сейчас нам нужно будет залезть на крышу. Первая часть вообще этой миссии довольно просто проходится. Особо без геморроя, как бы, ну, это первая локация. А почему здесь, в общем-то, рейтинг профессионал максимальный, а не тень, ничего хочется вам рассказать? Потому что здесь на первой локации нету улики. Ее, то есть, ее вообще нету. Не в том плане, что ее как-то там очень сложно взять. Вот, ее просто нету, вот и все. Из-за этого вы на первой локации получаете рейтинг специалист. Вот. I must get out, reach street level, keep a low profile, escape in the crowd. The police are closing in. И, в общем-то,
соответственно, в первой этой вот части, в первом как бы эпизоде, скажем так, вы получаете рейтинг специалист, а во всех оставшихся вы получаете рейтинги тень. И, соответственно, как бы общий рейтинг у вас идет это профессионал. Сейчас тут ждем, когда вот полицейские у нас отходят, и примерно вот так, когда вот он здесь останавливается, вы перекатываетесь и идете сюда. Здесь активируется такой диалог, в ходе которого этот у нас пойдет на тот край этого здания. И сейчас мы тут мимо них должны проскочить. Тогда вот трое сюда топают уже. Вот, да, отлично. Если вы пришли вот с этими тремя полицейскими, когда вот этот вот здесь вот полицейский, то есть видите, да, который вот самый правый, то это очень хорошо, потому что вы вот так сможете сюда вот подлезть и подождать, когда вот этот вот отойдет, после чего в целом спокойно можете пройти дальше. И сейчас у нас будет самый знаменитый уровень в библиотеке, который еще на презентации Hitman Absolution показывали. И, в общем-то, у меня тут довольно-таки проблемные были только с последней частью, а именно с тем, чтобы взять улику. Ну, уровень в библиотеке в целом особо как-то сложным я его назвать не могу. Если тут знать, конечно, что делать. Здесь у нас одна улика, соответственно, лежит. Сейчас тут нам надо подождать полицейского, который сюда сейчас должен подняться наверх. Сейчас у него за спинкой пошмыгнем. И вот этот наш товарищ. Сейчас проходим вниз. Тут сейчас за лестницей, тоже за спинами вот этих вот трех полицаев проходим. Улика здесь в библиотеке находится в самом центре. Нам там нужно будет одного отвлечь ножичком нашим, который нам Декстер дал. Хотя вот это странно, он как-то думал, то что, по сути, его отпечатки там, что он думал, не останутся, как бы. Очень странно. В том плане, что, ну, как бы, у него же перчаток не было. Правильно, правильно. Поэтому его отпечатки там тоже должны были остаться, то есть не только Хитмана нашего. Ну, конечно, да, возможно, он там скажет, что, типа, это был мой нож, я там, не знаю, там, хлебушек резал. Вот, а мы тем временем переходим к улике. Здесь ждете, когда потухнет свет, и кидаете вот примерно туда ножичек. Нужно, чтобы тот вот полицай, который смотрит именно на эту улику, именно он, надо, чтобы отвернулся на 2 секунды. За эти 2 секунды нужно будет взять улику и сюда смотаться. Соответственно, дальше идем. В общем, как я показал, не обязательно тут даже молоточек брать. Здесь вот, в общем-то, залезаем. И тут ждем вот это вот лице, опять же. И идем, в общем-то, за эту вот стоечку, за которой он стоял. И сейчас тут вот это вот, да, у нас пройдет. И сейчас в целом можем перепрыгивать. Идем тут по лесенке наверх. Тут нужно сейчас подождать момент, когда вот этот вот с фонариком, который вот не статичный, будет к нам спиной. Дальше, в общем... В общем, по сути, вот такая вот библиотека. То есть особо как бы ничего сложного, как видите, здесь нету. Единственное, что нужно знать, естественно, как что проворачивать. Я тут даже один раз спалился перед уликой, потому что я пошел там не так, неправильно. И мы, в общем-то, проходим библиотеку тем временем. Сейчас тут поднимемся на самый верх.
Можно. Можно, я вам что сказать хочу, ребята. И откроем тут дверку. Прыгаем вниз. И тут сейчас должны мы быстренько пробежаться. Сейчас тут за нами полетит вертолет. Но на самом деле в этом ничего страшного нет. Просто так прижавшись, вы должны перекатываться из укрытия в укрытие. А как понять вообще, что вас запалил вертолет или нет? Вот сейчас смотри, сейчас мы вот этот вот момент пройдем. Я вам покажу. Но, по сути, если вы будете делать все так, как я, то он не должен вас запалить. Вот, доходите вот до сюда. И если он вас запалил, то тут Хитман просто перепрыгнет вот через вот эту вот дощечку. И она у него вот упадет, соответственно. А вот если вот он вас не заметил, то он как бы вот так вот аккуратненько через нее будет топать, соответственно. А здесь сейчас лезем в решетку. Тут сейчас ее пролезаем, соответственно. И сейчас тут быстренько. Главное нам всех полицейских перегнать. Так, вот сюда. И тут сейчас нужно будет подождать диалога. Такое вот у нас описание. Конечно, тут полиции, и не знаю. Как будто это, не знаю, ни одного человека убил, а там, не знаю, пол отеля вырезал. Еще плюс там бомбу заложил. Плюс ко всему, вообще тут просто все выходы абсолютно перекрыли. Видите ли. Властители закона наши. И сейчас лезем вот сюда. Здесь ждем одного диалога. Так, вот, да, вот этот вот он у нас отходит, а мы сейчас идем за ним. Здесь вот находится у нас улика. И сейчас здесь вот лучше всего подождать одного полицейского. Но я как-то не стал его ждать. Потому что это долго. Вон там, видите, да, он открывает дверь, и сейчас сюда вот пошел. Вот его. Тут вот с ним так довольно, может быть, осторожным. Потому что... Может запалить. Берем тут блокнот. А, и сейчас берем из сейфа взрывчатку. На самом деле я взрывчатку хотел вообще как использовать. Я ее хотел использовать для взятия улики на последней локации. Но как-то это все-таки у меня не получилось ее использовать. Я все-таки использовал пистолет, который мы нашли в библиотеке. Кстати, его, да, не забудьте взять, потому что с его помощью, как я сказал, я буду брать улику в следующей... В главе нашей. Он там главнейшую роль будет играть. На самом деле, я уверен, что там еще можно обойтись бомбой в целом. Но как-то с пистолетом вот получилось. Сейчас вскрываем сейф, берем бомбу. Вот тут... Это... Включаем радио. Сейчас тут должны 4, по-моему, еще полицейских прийти. Да, вот. Они все стерегут лифт. Ну, стерегли, по сути. Так что сейчас у нас вообще нету никаких преград. Единственное, что вот этот. Вот сейчас мы его подождем. Чуть-чуть. И в целом можно будет идти. К лифту у нас уже дорога вся открыта.
идет. И в целом... Вызываем лифт вот здесь вот. I underestimated the arms dealer. И сейчас спускаемся вниз. Кстати, вот этот вот миссинг, который это, по сути, этот владелец, который там в отеле Терминус был, который, ну, это на ресепшене был, у которого за спиной мы улику брали в первой локации там. Интересно, что его пропавшим-то считают. И, в общем-то, мы попадаем в последнюю часть этой миссии. А, сейчас, в общем-то, здесь вы идете в дверку налево. И тут сейчас должны перепрыгнуть через вот это вот ограждение, когда пройдет полицейский наш один. Сейчас тут его подождем. А, вот с этим спецназом. Что с ним делать? С ним делать следующее. Когда вы выходите из этого здания на, соответственно, станцию метрополитена, он уезжает на лифте наверх. А до того момента, когда вы не выйдете из здания, они тут будут. А, и вот этот вот мой способ с бомбой, вообще, который я как бы хотел использовать, вообще изначально, когда я вообще проходил на костюм, он был крайне рандомный. Он был, собственно говоря, завязан на том, чтобы подорвать бомбу. Но при этом, как вы понимаете, может пострадать один спецназ. Следовательно, мы ждем вот этого полицейского, когда он тут пройдет, и выходим на улицу. Желательно тут спуститься по ступенькам и здесь сделать такой кружок небольшой. После чего, по сути, вы можете взорвать бомбу. Но это как бы не стопроцентный вариант, потому что не все тогда туда уйдут. И перед этим вы, соответственно, тоже здесь вот где-то должны оставить бомбу. То есть вот у этого лифта. Как делаю я в этом видео? Я стреляю в лампу, как видите, и просто бегу обратно на полном ходу. Здесь прячусь за лестницу, потому что сейчас у нас тут пройдут два этих наших товарища. И сейчас вот можем лезть за уликой. Вот находится она у нас тут в попе мира, что называется. Вот мы ее забираем. И сейчас лезем опять же за лестницу, потому что сейчас у нас вот эти вот двое, они у нас там же и придут. Оттуда же, куда они ушли. Сейчас мы их подождем. И, в общем-то, у нас начнется станция метрополитена. Опять же, в ней особо ничего сложного я лично не вижу. Я лично там, ну, по-моему, не знаю, там один или два раза за все прохождение я вообще в костюме только палился. В целом, можете здесь оставить бомбу и взорвать ее, тем самым облегчить себе первую платформу, как минимум. И сейчас мы будем использовать один очень такой прикольный навык. Это навык, как видите, то есть и прижимаете просто прицел. А работает эта штука только в толпе. Опять же, что я вам хочу сказать. То есть вот так прижимаете прицел, поворачиваетесь спиной, и вас как бы не видят. Плюс еще также можно крутиться в толпе. И при этом вас тоже как бы не очень должны палить. Так вот мы их сейчас тут всех проходим. Быстренько кручась вот так вот. Так, тут сейчас давайте подождем. И вот у нас, по сути, вся первая платформа уже пройдена. Особо, как я уже сказал, ничего тут сложного нету в ее прохождении. Вот все. Как бы основное у нас начнется на следующей платформе. Ну и в переходе, соответственно, между первой на вторую. Там тоже, в общем-то, есть свои как бы фишки. Сейчас доходим вот до сюда. Здесь уже перелезаем по этому, опять же, по платформе до этого окошка. Сейчас мы в нее залезаем и лезем наверх.
Сейчас там мы включим остановку поездов на, соответственно, второй платформе. Вот таким вот образом. Я опять же повторю, что здесь особо ничего сложного лично как я не вижу. Единственное, что была сложность именно в этом прохождении, это взять улику. Вот это было, да. Сейчас открывайте дверку, туда ломиться не спешите. Подождите, оцените обстановочку. И тут, в общем-то, вот опять же, как бы нажав на прицел, доходите до автомата с игрушками. И тут нужно опять же тоже моментик подгадать. Когда у автомата вас не палят, так что это такая довольно интересная штука. И сейчас аккуратненько тоже вот проходите вот до сюда. То есть вот до этого вот уголка. И сейчас же нужно будет подождать того вот полицейского, когда он к нам сюда подойдет. И мы, в общем, сможем пройти на следующую платформу, соответственно. Вот, да, он подходит. И мы аккуратненько, опять же, как видите, то есть я не отпуская прицела. Идем на вторую платформу. Вот, доходим тут тоже вот до этого вот уголка. Сейчас тоже посмотрим на обстановочку, где кто тут есть. И вот эту платформу я вообще очень многие самой сложной считают. Как бы вообще даже во всем, во всей игре. То есть если проходить на костюм на легенде. Хотя я на самом деле не знаю, почему вот именно Purist перевели как легенда. То есть Purist это вообще никак по сути не переводится. То есть Purist он как бы... Даже если вот на русском смотреть, там, не знаю, в переводчике в каком-нибудь, он там тоже пюристом будет. Это не легендой. И сейчас мы аккуратненько, опять же, доходим до еще одного автомата с игрушками, вот здесь, который у нас находится. И сейчас будем ждать поезд. С поездом тоже довольно интересная штука связана. В том плане, что если вы просто так в него войдете, тогда у вас будет обнаружение. Вот, но если вы войдете в него, опять же, нажав на прицел, то у вас обнаружения никакого не будет. Ну и сейчас нам его чуть подождать нужно будет. Все-таки он тут. Вон он, слышу я его уже. Да, он сейчас становится. И, смотрите, я отлипаю от автомата, сразу же нажимаю на прицел, после этого иду в поезд. По сути, неважно, в какой вагон, вас все равно не должны запалить. И, по сути, на этом все. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, зовите друзей. Всем еще раз спасибо и до свидания. Всем пока.